Плоды обучения в платной школе. Это политическая сознательность. Тебе не понять. Это вандализм. Такие, как ты, лезут на стену, когда грядет революция. Такие, как мы, то есть. Рабочий класс — это состояние ума. Скажи это рабочему классу. Игра в антисоциальное поведение, как по учебнику. Обнимемся? Отвали. И воспринимай меня серьезно. Воспринимаю, но не очень. Опять это лицо. Не люблю это лицо. Не делай такое лицо, Дилан. Отрасти себе яйца, жаркая Нэнси. Дилан, это не подначка. Дилан, стой! Дилан! Стой, Дилан! Не делай этого, Дилан Уайтмен! Как мы снесем государство, если ты ему повинуешься? Дилан, это будет третий раз! Три ареста! Да здравствует революция! Дилан? Жизнь дерьмо. Валим! Стой! Strongman Pictures представляет. Фильм Дэниела Армстронга. В главных ролях. Уитни Дафф. И Дейзи Мастермен. Продюсеры – Луис Монингтон, Эванна Джейн, Брэндон Оши и Трент Шварц. Оператор – Брэндон Оши. Кибермать. Резня. Нет никакого правила 009 Зета Альфа. Ты обвиняешься в неподчинении законам галактики. И я признаю тебя виновной. Виновна. Виновная. Виновна. Нам плевать на любые законы. Мы идем туда, куда ведет нас хаос. Твоя раса сеет смерть и разрушение среди звезд. В интересах разумных форм жизни ты будешь казнена. А твой металл превратится в инертный хлам. Дезинтегрировать. О, да. Вот так. Дает все. Дилан.
Максимальную мощность восстановить! В тюрьму? Хуже школы не будет. Еще как будет. Я делаю заявление. Понты на пути к дому. Какие понты? Нет у тебя понтов. Ты вообще беспонтовая. Может, понты в том, что их нет. Ты хочешь привлечь внимание? Ой, Дилан, поперхнулась сигарой, искры летят, как из огнемета, и все страшно удивлены. Удивлены, что все в огне. Да, я так чувствую. Не моя вина, что нас прессуют. Вот такой ты и хочешь вырасти? Бестолочь. Анархистки, да? Привет, я Рик, музыкант. Пошел ты. Бунтарка без причины от недостатка внимания. И ты тоже пошла. Ты носишь мою футболку. Нет, я ношу свою футболку. Это мой дизайн. Я разработал. Анархия рулит. С буквой «З». Не ты придумал символ анархии. А может, он? Что у тебя с мозгами? Вандализм, сопротивление аресту, нападение на полицейского. Неплохо для одного вечера, даже для вас обеих. Это свобода самовыражения, Сэм. Заткнись. Старик, как дела? Это преступление, обычно за него дают срок. Но, к вашему счастью, обвинения сняты, и вы свободны. Сняты? Как? Помолчи. Скажи спасибо милому копу, что мы не в тюрьме. Прошу, не благодарите. Вляпалась, юная леди. Сраная жизнь! Вот чем обернулась твоя частная школа. Мать в гробу переворачивается. Она бы поняла. Она не фашистка. Пожалуй, мне лучше уйти. Ты больше не ребенок, Дилан. Пора думать о последствиях своих поступков. Я ратую за закон и порядок, Господи Боже. И тебе за меня стыдно. В следующий раз выпутывайся сама. Что за хрень? Странные ночные огоньки, Вельма. Настоящие НЛО. Возможно, с самыми настоящими зелеными человечками. Помни первую директиву. В чем дело? Что тебя гложет? Черт, чуть не попали. Свиноедский приют для животных. Возьми щенка сегодня. Эй! О, сучье рыло тебя отпустило? Ага, разрешила работать из дома. Ух ты! Размякла, видать. Должна быть причина. Эй, ты хочешь, чтобы меня стошнило до ухода?
Помоги мне. Эй! Как вы? Накорми меня. Она жрать хочет. Я только с этой стороны откусила. Поднимем ее. Порядок. Мы вас держим. Порядок. Хаос бесконечен. Джек Уайтман, задница. Они ничего. Да, если любишь мочу и вонючек. Так, сюда прет Дикси. Привет. Привет. Мои любимые анархисточки, а ты превращаешься в Скарлетт 13. Да. Да. Так работает система. Да. Анархия. Да. Да, вы звучите очень... звучно. Спасибо, детка. Есть любимая песня? Да. Песня о щенячьих фермах. Типа, щенячьи фермы — это так плохо. Верно, Ди? О, да. Да. Щенят надо любить. Одна ферма как раз по дороге. Нет. Да. Боже, я не знала. Это ужасно. Да, да, меня это бесит. Я даже футболку выпустил. Особую. Ух ты. Да. Ну, чувак, ты им дал. Да, но это лишь первая стадия. А вторая стадия — это налет. Налет? 100 раз так делал. Освободим щенков! Ух, как здорово! Нам помочь? Нам? Заткнись, Дилан. Мы сделаем все, чтобы помочь бедным щенкам. Что значит «мы»? Это немного опасно. Ничего, вообще-то я знаю кунг-фу. Вот. Хорошо. Эй, может, сбегаем на разведку, если вам интересно? О, мне интересно. Господи, ей интересен твой член. Тут все на виду, как у голой болгарки. Смиренно прошу прощения, я на секунду. Кобыла! Ты сможешь за мной заехать?
Наполни меня. Хаос. Бесконечность. Добрый вечер, сеньора. Сеньорита, твою мать, придурок, господи. Идиот. Что сегодня в меню? А, потроха. Немного там, немного здесь, немного повсюду. Нет, стоп, я знаю. Наверное, она с ними родилась. Наверное, это врожденная. Да. Ладненько. Кто следующий? Хаос дает все. Мутирующий. Уже 300 часов меряешь шапки. Какая разница, что на башке? Ну, это стиль, Дилан. Тебе не понять. Тебе плевать на щенячью ферму. Ты не знаешь, что это. Вообще-то я знаю. Там выращивают щенят. Шучу. Я прочла о ней в буклетике. О, господи, Дилан, ну в чем проблема? Незаконное вторжение, порча корпоративной собственности, спасение ущемляемых щенят. Новая тряпка на твой флагшток. Однако в беду вляпалась я, а не ты. Ты губишь мое самоощущение. Есть другие способы засунуть его себе в задницу и провернуть. Стоп! Не хочешь ради меня? Сделай ради щеночков. Поехали, освободим этих вонючих щенят! Как я выгляжу? Как сучка в течке. Это круче, чем Розуэлл. Круче, чем Розуэлл, пенис и Бразилия вместе взятые. Соберись, Вельма. Разыграй свои карты и попадешь на обложку желтоватого журнальчика. Мы на месте. Это оно! Что это? Лизергиновое
кислота. Не надо. Нет? Мне хорошо, спасибо. Пошли! Пригнитесь, прячьтесь. Охранников впереди не видно. У нас есть 4 минуты. Если что увидите или услышите, подайте сигнал. Какой? Ку-ку! Ку-ку? Пошли! Кусачки! Я даже белье не стираю. Какие кусачки? Я сказал, подготовиться. Ну да. Есть это. Нельзя открыть это вот этим. Дай шпильку. У меня их нет. Кстати, что будем делать, когда войдем? Найдем улики, чтобы закрыть эту фабрику пыток. Это щенячья ферма. Ты читала мой буклет? Немного полистала. Порядок. Ничего не слышали? Ты знаешь, куда идти? По-моему, мы заблудились. Это карта? Слава богу, ты взял карту. Я... Это не карта. Это схема ромуланской космической вагины. Что теперь делать? Идем туда. Не входить. Жизнь дерьмо. О, боже. Ты же 100 раз это делал. Делал. Что это значит? Я не знаю, нет. Соберись, тряпка. Не знаю, что это. Ку-ку. Не сейчас, Эдди. Нет, я в смысле, ку-ку. Так, леди, нам не нужны неприятности и настроя, а ты одна. И я знаю кунг-фу. Можно действовать по-хорошему или по-плохому. Выбирай. По-легкому. Бомба! Да! Thank you.
Сделай что-нибудь! Надо было конкретнее. Дилан! Твою мать! Какого дьявола? Надо валить отсюда! А щенки? Хрен с ними! Стой, Дилан! Дилан! Что? А как же Рик? Он сам по себе! Ты не поняла? У него ключи от машины! Сраная жизнь! Пошли! Так, кто следующий? Вышел месяц из тумана. Ты. Сеньора, прошу, тако, начос. О, черт, дайте текилы. Ты ешь щенка? Жрать охота. Хочешь? Ты жрешь химикаты, которые я ввела. Там нет натуральной органики, ничего нет. Только... Ох. Дрянь. Удачи. Не знаю. И пока она нас не трогает, мне на нее плевать. Пошли искать петушка. То есть Рика? Я так и сказала. Цыплячье дерьмо повсюду. Пакостное место. Ку-ку! Ку-ку! Заторчала! Есть план! План, как сдохнуть? А мы сдохнем? Я готова прикончить себя. Потому что это мой план, а не твой. Все должны слушать Дилан. Делай то, что ты умеешь. Цвета подбирай. Ку-ку! Не надо пафоса. Ладно, пошли. Только тихо. Ку-ку! Вы не могли бы прекратить? Ку-ку! Надо что-то делать. Ку-ку! Слушайте, давайте начнем с плана побега или чего-нибудь практического. Ты гений. Спасибо, что заметили. Думаешь, это пришельцы? И что они нам сделают? Ректоскопию? Интересная теория. Нет!
Опять это лицо. Не люблю, когда у тебя такое лицо. Сучка за это заплатит. Это лицо навлечет на нас беду. То, что надо. Простите, позвольте мне вас отвлечь. От чего? От меня. Отвали! Сработало! Как два пальца. Такой простой трюк всегда годится, если знать его. Ку-ку! 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 Эй, сучка ржавая! Давай сразимся на равных. Привет. Я Дилан, это Эдди. Мы спасем вас. Сосредоточились и валим. Так и сделаем. Только выполним свою задачу. Надо освободить щенков. Мобильная связь. Эта груда хлама ни на что не годна. Нет времени. Придержи своих лошадей. Я возьму биологические образцы на месте аварии. Никто не говорил о месте аварии. Слушай внимательно. Это классический близкий контакт седьмого вида. Судя по тому, что я видела, это инопланетный киборг. И ее искин настроен на порабощение. Так я считаю, пока не сделаю анализы в потоковом накопителе. Ты торчишь? Я торчу. Я пойду, Дилан, спасибо. Слушай, давай быстрее, баклажанчик, мы теряем время. Потом спасибо скажете. Именно это нужно для инициации первого контакта с нашей межгалактической засранкой. Эй, ты! Постынь, принцесса Мегаломани! Мы не боремся с пришельцами, мы лишь хотим спасти задницы нашего коллектива. Да. Поняла? Да. Смываемся! То есть валим! О, черт! Робосучка! Бих! Снимай свои поганые стекляшки! Все целы. Где Рик? Надо его забрать. Мать его так! Но у него ключи. Серьезно, хрен с ним! Он ждет! Эдди, нет! Рик! Боже! Почему вы не сдохли, черт?
штучка. Попробуй этим. Твою мать! Настало время мелких червей. Жри, сучка! Быстрее, тупицы! Твою мать! Нужно больше слизи! Слизи больше нет! Да! 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 Сучка! Что вы там делаете? Да, чисто. Куда поедем? В полицию нельзя. Они решат, что я спятила. Вот. Хотите? Нет, неплохо для рабынь. Вези нас в мэрию. Таким образом, все могут попасть под контроль чужого разума. Контроль? Нет, в рабство пришельцам. Может, и в рабство пришельцам, неважно. И у них кибернетические нашлепки на глазах. А мексиканец завалил Рика сенокосилкой. Сенокосилкой? Мы нашли зеленую слизь. Нет, это выделение чужаков. Выделение? Да, и они не кибернетические. Да, зеленая слизь чужаков. И она их расплавляет. Как видим на Западе. Запросто, точь в точь. Короче. Мы все в заднице. И нам реально. Мне реально нужна твоя помощь. Прошу. Папа. Прочь с глаз моих.
Что? Стойте! Что? Стойте! Что вы делаете? Звездолеты! Слизь! Папа, это важнее твоих дурацких выборов! Пришельцы здесь! Простите! Помоги, они убьют нас всех! Я повешу на тебя всех собак. Папа не позволит. Ты слышала его новый слоган? Как выяснилось, перед законом все равны. И ты не поверишь, включая семью. Нельзя бодаться с мэрией. Даже если папа мэр. Из приюта подавали заявление о вторжении или... Что-то есть? Есть что-нибудь на этого Рика? Проверь, какие у него друзья. Привет. Твою мать, господи. Мы можем общаться с пришельцами. Это правильный ход. Надо вразумить их. Однако, мы заперты. Баклажанчик права. Надо вырваться отсюда и спасти мир. Мы должны. Ты дура? Может, ты не заметила, но мы вставили кое-кому здоровенные занозы в задницы. Да, и слава богу, еще живы. Это не игра. Я знаю, Дилан. Люди погибли. И погибнут, если мы не спасем. Да мне плевать. Если пришельцы-киборги угробят кучку вонючих богатеев. Зачем об этом думать? Христос Спаситель, когда ты повзрослеешь? Пошла ты! Сама пошла, Дилан. Думаешь, ты особенная, потому что твоя мамаша подохла, а папаша тебя разлюбил? Это обычное дело. Черт, Эдди. Извини. Ничего. Я осерчала. Ничего. Прости, Эдди. Порядок? Черт, нет! Теперь порядок. Мы в расчете. И мне хорошо, и тебе хорошо. Черт! Ладно. 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 Можешь пыжиться дальше, мне не страшно. Шапки долой, сучка. Тайм-аут, тайм-аут. Шутка! Хватит с тебя! Да, с меня хватит! Боже, слезь с меня! Черт! Много-много любви. Рика все нет. Певцы не проверяют звук. Хотя это легко.
Да он обдолбался. Пиво нахрюкался и дрыхнет с тёлкой, как убитый. Частично ты прав. Частично? Ты сказал, как убитый. Рик мертв? Признаюсь, я так плакала. Итак, кто первый? На золотом крыльце сидели... ты. Значит, мы должны сбежать и спасти планету? Пришельцы. Это музыка, а не план. Есть еще шпильки? Нет, мы это уже проходили. Больше нет. Пойдет? Самое то. Почему все начинается со шпилек? Это не дело. Что ты делаешь? Беру пробы. Да, я вижу. Только зачем? Для информации. Из заднего прохода? Из мозга. Тормоз. А. Последние новости. Все равны перед законом. Даже семья. О! Она! И что? Какие будут указания? Своротить ей рыло. Своротить ей рыло? Да. Своротить рыло. Своротить рыло. Своротить рыло. Это Лоис. Один рывок, и мы за дверью. Тык сюда, тык туда. И все. Нам все равно нужны данные с места аварии. Не выйдет. Они закрыты, как вещдоки. Эти данные — единственная надежда спасти мир. Важно, да? Достанем. Вряд ли в этом деле помогут твоя сигара и огнемет, Ди. Нужна нормальная стратегия. Нет, у меня ее нет, но она нужна. Отлично. Молодец. Если я правильно помню, вещдоки прямо за этой дверью. Надо войти туда, взять их и выйти. Следуйте за лидером. Раз, два, три. Мы попались. Вы спрячьтесь, а я их отвлеку. До встречи! Вперед! Привет! Давай, жаркая Нэнси! Да здравствует революция! Смелая у тебя подруга. Просто она хочет прикончить себя. Есть, нашла. Пошли. Стой, сюда. Как два пальца. Тук-тук. Какого хрена? Не так. Ты должна сказать, кто здесь. А я отвечу. Твой худший кошмар.
Затем ты скажешь: «Мой худший кошмар». Кто? Давай. Мой худший кошмар. Кто? Твой худший кошмар? Я! Ух ты! О боже, вы гляньте! Смотрите! Тормоз. О, да. 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 Да, вот так. Да. Что это? Да нет там ничего. Ничего особенного. Расслабься. Пустяки. Альфа Сиар-Дельта. Альфа Сиар-Дельта. В Бога душу мать. Эй, тихо! Не двигаться! Опустите руки и отойдите от тел. Ты это нам? Обеим. Быстро! Не двигаться! Не подходите! Не подходите! Ты что сделал? Пришел и убил нас. Чувак, лечиться надо. Черт! Боже! Хочешь? Стой, 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 стой! Может, хватит играть с едой? Тебе хватит энергии? Мы высосали все досуха, включая розетки и батарейки. Сейчас посмотрим. Спасибо, дитя мое. Китайская. Нам нужно больше мощности. Мы выдаили все электрические штуки, босс. Модификация. Старые электростанции даст нам больше энергии. Хаос дает все. Об этом нас всегда и просили. А мы, как всегда, готовы заверить вас, что ваша жизнь изменится к лучшему. Помнишь меня? Думаю, ты не узнаешь меня, так как раньше у меня было лицо. Надеюсь, ты понимаешь, что мы возьмем твое для замены.
И что? Для меня это маленькое неудобство. Так, давай. Ладно, и так сойдет. Осторожнее. Черт, извини. Если повредишь эту штуку, нам конец. Ладно, хорошо, что она цела. Внимание, прибыли на место. Что делать? Дерьмо. 14:25. Ты своротила рыло мне, я сворочу рыло тебе. Не безрезонно. Что? Теперь нож в голову? Черт, достала! Выходи, выходи. Высунь рыло. Сначала я очищу твое лицо, как апельсин. Затем отрежу пальцы, один за другим, и засуну тебе в вагину. Затем сделаю ректоскопию. Если ты не сдохнешь, сделаю еще раз. Это будет весело. Да. Много болтаешь, псина. Я тебя... Сама набросилась, сучка. Дилан! Дилан! Сюда! Что он здесь делает? Он нам поверил. Да, я видел этих киборгов своими глазами, так что... Неважно, говорите вы правду или спятили, в любом случае надо держаться вместе. Взяли данные? О, да! Проанализирую на квантовом конденсаторе. Надо ехать. Спокойно, у нас полицейский эскорт. Да. Садись вперед. Если безобразные кротихи не хватит энергии, я съем свою ногу. Дорогие граждане, это правда. Я решил все ваши суетные проблемы. Я принял решение и делюсь им с вами. Я делюсь... Жизнь дерьмо. Что? Едем, едем, едем! Взять их! Вперед! Быстрее, быстрее! Вперед! Эй! Тормози! О, черт!
радар? Ладно, да. Не лезь на рожон, эффект временный. Насколько? Крайне. Пошли! Да. Ты должна быть дома, юная леди. О, черт! Назад! Она права. Бежим! Дети. Даешь им дом, образование, возможность следовать всего нескольким простым правилам. И что выходит? Они просто плюют тебе прямо в лицо! Позорят тебя на каждом углу и обходятся в целое состояние! Сам виноват, придурок! Куча бредовых идей. У меня чуть уши не отвалились от этого дикого вздора. Пора платить, Дилан. Правила изменились. Ты меня больше не подставишь. Ты прав. Правила изменились. Это моя шапка, сволочь! Пошли! Дорогие граждане! У меня прекрасные новости. Я, ваш любимый мэр, лично решил ваши мирские проблемы. Но не все. Я поделюсь с вами бесплатно. Приходите в мэрию, и мы примем окончательное решение обо всем. Мои двери широко открыты. Завел свою шарманку. Нам конец. Сигнала нет. Мы сами по себе. Удивил. Почему без рубашки? Это не важно. Важно найти дерьмо приспешников этой кибермамаши и уничтожить их навсегда. Иначе нам конец. Не так жестко, Эдди. Мы найдем тебе рубашку. Эти выделения чужаков убивают их. Она права. Превратим их в грязь. Криптонская слабость. Она свежая. Хочешь? Это самый правильный выбор. Снесем их. Без рубашечникам слова не давали. Боже, оставь его. Да, если он не хочет носить рубашку, значит, он не обязан. По-моему, мы отклонились от темы. Голосую за безбашенное насилие. Но мы с ними еще не пообщались. Для тебя стакан наполовину полон. Забудьте! Надо загрузить в машину припасы и валить куда подальше. Есть всякие Сэнди, Сидни, морские котики. Пусть возятся, это их дело. Но мы не можем бросить людей. Почему? Неужели ты даже не попытаешься их спасти? Мы пытались, а они не сделали ничего. Кто сказал? Жизнь! Мир сказал, Эдди. Сама знаешь, каждый за себя и нахрен всех. Мы с тобой горой друг за друга, как всегда. Может, мир заслужил такой конец? Без старых вонючих белых богачей всем станет лучше. Не все богачи такие, как твой отец. Это их мир, Эдди. Не наш. Отдадим его чужим. Ты так не думаешь. Почему? Нет смысла драться. Есть главный смысл. Всякое бывает.
Это жизнь, вышедшая из-под контроля. Она ломает и плющит нас каждый божий день. А ты должна отбиваться. Я понимаю, к черту все. Гори оно все в аду. Но так нельзя. Ты думаешь, что у тебя просто нет выбора. Но он есть. Прямо здесь, прямо сейчас. Решай, кто ты есть. Кем хочешь быть? Кем хочешь быть? Уже никем, Эдди! Вива революция, да? Так ты говорила. Что это? Пришельцы звонят домой. Это сигнал? Да, и мощный. Глуши его! Что? Глуши через компьютер! Как это сделать? Не знаю, поменяй полярность, что ли. Полярность чего? Я вообще не знаю, что такое полярность! Нам нужно уйти от этого как можно дальше. Сколько энергии требуется? Трудно сказать. Примерно. Много. Нельзя получить столько энергии от аккумуляторов и всяких батареек. Электросеть. Они подключились к сети. Дилан, опять это лицо. Обожаю такое лицо. Что стоим без дела? Самое время жечь покрышки. Вы найдете место аварии, да? Да. Хорошо. Идите и соберите слизь пришельцев. Что с ней делать? Бросать горстями? Есть идея. Сделаем из нее оружие. Ты справишься? Да, я же гений. Хорошо. Жду на щенячьей ферме. Стой, погоди, куда ты? Я отрублю пришельцам все источники энергии. Вы должны отвлечь их. Поняла? Да. Я знаю кунг-фу, помнишь? А ты точно готова навести шороху, Дилан? Сучка. Готова с рождения. Света не будет. Забыла обо мне, а я о тебе нет. Ты меня обидела. Yeah!
Поживи еще немного. Узнаешь, каково без лица. Будешь гавкать или начнешь кусаться? Будет немного больно. Немного. Так. Смотрите, кто сдох. Пусть будет там. Еще раз на удачу. Да. Вот теперь хорошо. Порядок. Думаю, нам нужен пирог побольше. Больше энергии! Контакт установлен. Отправляю координаты. Послать! Скоро нас будет очень много. Она не отрубила сеть. Дадим ей время. Безбашенное насилие. Точно. Погоди, эй, придержи коней! Какого хрена? Прикинем план, чтобы нас не укокошило. Сделаем фланговый маневр или выйдем из окружения. Вы обойдете там, я обойду здесь, а потом сойдемся на этом месте. Помогай. Хирургия какая-то. Я так не могу. Ладно. Что скажешь? Жизнь дерьмо. Я пришла с миром. От лица человечества я приветствую вас в нашем мире и призываю к взаимопониманию. Мы будем друзьями. Черт! Она несет чушь из Звездного пути! Вам известна концепция дружбы? Это одна из добродетелей человечества. Ты хочешь подружиться со мной? Да! Друзья! Мы будем друзьями! Мы не водим дружбу с нашей едой! Нет, мы найдем путь. Нет никаких путей. Есть только хаос. Быстрее, детка! Простите, я должна убить вас. Детка! Ладно, сучка. Хочешь драться? Да? О, черт! Играем в ВОЖ! Остренько. Проволока в заднице. Не двигайся, детка! Это танго. Это дерьмо! Плевать! О, черт! Мои волосы! Жри резину! Больно!
Я знаю кунг-фу. Вот что вы получите, сукины дети! Конец апокалипсиса. Мы спасли мир? По-моему, спасли. Твою мать! Да! Когда вы, панки, поймете, что нельзя победить мэрию! Есть булочки! Люблю булочки! Мы спасли мир? Да, чтоб мне пукнуть! Ты уже верное дитя хаоса! Идем со мной! Дилан, помоги! Эдди! Дилан! Эдди! Тебе, сучье рыло! Дилан,
У нас гости. Есть вагон для приема. Покажем засранцам, кто здесь закон. Дубль 2. Ты сказала свои реплики, а я не успела. Ты такой тормоз! Теперь у тебя проблемы! Черт! Нет! Черт! Какого хрена? Черт! Твою мать! Хороший мальчик.